Сглазил. Отрубить ему палец. Пока надо машину мутить, кстати. Я только что фары нашел, как раз ношу с собой. Кстати, а что с машинами? Тоже теперь Не знаю. Я какие-то там чейндж-логи не смотрел, я просто вижу положительные сдвиги, положительные тенденции. Черт, я не совсем понимаю, где кнопка минус слог написать. Подождите, какая кнопка отталкивать? Я что-то забыл. А какая кнопка, подожди. А, тут можно рукой толкать врага. Ну, то есть в табло ему пятюню сунуть, и он такой замешается на секунду, а ты в этот момент ему в голову ставишь, если он подбежал. Ребят, а мы от третьего лица, да, играем? А, да, кнопка Т1000. Так. Но я играю по большей части от первого все равно. Альт, свободный обзор еще. Ого, ты тут на третьем лице можно оборачиваться еще неплохо. Да, ты? Да. Зомби какой-то напряжный. Че ему надо? Двери моментально открываются. Моментально закрываются. Так, ну-ка попробуем. Че тут у меня? Зомби свободен, иди нафиг отсюда. Че там, нормально все работает, нет? А сейчас посмотри. Я зашел, перелогинился, нового персонажа создал. И сейчас посмотрим. Ну так, нормально, неплохо. Угу. То есть практически мгновенно я в машину зашел. Че в машине не хватает? Все, например. Сейчас посмотрим. Или не мгновенно. Или не... Нет, ну как нормально. Так, в машине не хватает ничего. Что там, Purified Water и... Scrap Metal равно компас. Да? Серьезно? Компас. У меня Purified Water и Scrap Metal не кладутся вместе. Мой Metal Shark. Так. О, сразу и локейшн мне высветило сразу. О, вот это нормально. Слушай, зомби же не зайдет в дверь? Если закрыть, нет, по идее. О, он меня просто раздражает, я тут дверь с обеих сторон закрыл, он... Все, они зайти не могут, по идее. Ну, один раз. Ему нужно немножко времени, ну, он как обезьянка. Сейчас он идет ручку. Ну, это пройдет часа два, наверное. Если это зомби Ромеро, то он найдет ручку. Ну, в общем, видели, еще никто толком не расчухал, что это серваки новые. То есть народу нет, популяшн пока... Да, был... лол везде. Было раздолье. Да, это было самое оптимально. Эй, это... парень. Круто. Парень, ты как? Get down. Да нет, тут русский, я down. Ну, хоть я не в лесу, блин, это радует. О, хижина в лесу. Не, нафиг, я уже на прошлой серии налазился. В прошлый раз, точнее. Мне хватило. Больше я не готов. Не, ну через карты это попроще, конечно. I'm not ready yet. Так. Не знаю, я, в принципе, у меня начальный набор есть выживальщик. Поэтому я готов к вам двигаться, если что. Да и у меня тоже. Да я, наверное, в сторону Pleasant Valley буду двигаться. А я либо Cranberry, либо Pleasant Valley. То есть в один. А давай лучше Cranberry. Мне Pleasant Valley уже надоело, я там был. А я был в Кранбери, там нет полицейского участка, вот. Слушай, там есть вот эти вот несколькоэтажные дома, в них еще больше лута выпадает, этих пушек. Угу, понял. Так что, в принципе, это не так критично да. сейчас. Да, вот, кстати, да. Просто полицейские участки, они это самое... Постоянно за них мясо идет, там, королевская битва. Когда ты меня увидишь, ты поймешь. Понял.
Так, а я нахожусь... Не лагает. Стрелять просто вообще одно удовольствие. Я возле Кренбери, короче. Недалеко. Ну вот. Я, короче, в сторону Кренбери пойду. Красавчик. Мне надо понять, в какую сторону. И я пойду в сторону Кренбери. И мне тоже нужно понять, в какую сторону. Но я куда-нибудь пойду, туда ли я пошел... Мы узнаем. А скраб метал это где Артур брал? С машин. Монтировочки. Ну, можно без монтировочки в них искать, там в багажниках или просто под ними. Либо в них. Рукой оторвать. О, еще дом. Слушай, хижина в лесу, за хижиной в лесу. Когда-то это меня накажет. О! Какая прелесть! Овоща! Purified water. Вот стрела, это я. Мне кажется, или теперь реально. Если что, короче, увидите квадратного колобка, это я. Квадратный колобок. А ты ник не сменил? Нет, зачем? То есть колобок так и остался. Это же хорошо. У меня, если что, United Shoes. Ага. Слушайте, я у того места, где меня убили в первый раз, помните, этот там ресторанчик? Кренбери, что ли? Где меня убили в первый раз? А, где, типа, когда мы на машине ехали к себе? Да-да-да, когда мы там не успевали. А уже, это там... Бубас Бас Стоп там. Да-да-да, не, я знаю, просто вот я как бы извещаю вас, что вы здесь. Ну, я понял, где это находится. Тут тело какое-то. Так, подкрепились. Тут опять какое-то тело бегает. Так, ты там меня не грохни, если что. Да тут нет, бегает товарищ, и он, походу, полутался. Не знаю, Сандвич. Может получится без мяса. Не хочу крови обойтись мяса. В этот раз. Да. Зря ты так. Я больше никому не доверяю. После прошлого раза я не прощу это никому. Че, прям вот так было, да? Обидно, слушай. Ничего не сделал, только вошел. И вот тебе и все. Убили снайперскую винтовку, я потерял с одним патроном. Здорово. Помочь чем? Ты чё? Да не, ничего, по своим делам пошел. Слушайте, ну тут хавки, да, нормально так стало, кстати. Да тут вообще всего теперь нормально. Прям даже дорогу. Угу. А давно бегаешь? Это вот ты вот все это время бегаешь и не можешь дорогу найти? Точно. Тупо хижина в лесу, да? Три штуки нашел. Ну, обычно рядом с ними должна быть дорога. Как правило, да. Но в хижине в лесу было 11 патронов под одной, так что неплохо. Так, тут кто-то есть рядом со мной, судя по voice чату. I come with peace, потому что мне нечем-то драться. Это же Москва. Rotten chicken. Мне вообще так странно, понял, слышать перфоратор и при этом понимать, что это не у меня. Так не бывает. Слушай, а вообще у меня никаких проблем с пожрать нет, я удивляюсь. Никогда такого не было. Так, вижу тачан. Интересно, второй тачан вижу. Может, я сейчас из двух машин одну соберу? Эй, кто убил кролика? А может, из двух машин ничего? О, слушай, в одной машине буст есть и хедлайтс. Осталось для нее взять батарею и спарк. Вот, кстати, спарк плакс я вообще ни разу не видел. Батарею видел в магазинах. Врать не буду. Это что такое? Спарт. Спарк плакс. Спарк. Ну, типа стартер. Здесь тоже самое, блин, двух машин. Странно. Ну, сука. Две машины с одинаковыми вещами. Получи. Son of a bitch. Отдай мне свою винтовочку. Что ты там опять творишь? Я его убил нахер. А есть что-нибудь в почтовых ящиках, интересно, нет? Вау, ветерок задувает. О, тут зомби, тут чувак. Чувак сзади зомби напал, начинает кушать потихоньку. Ном-ном-ном. Пускай разбирается. Так, ну он как бы не хочет меня атаковать, но он что-то держится рядышком. О, что я в доме нашел? R15. Бывает. Ого. Патроны есть? Нет. Ну, печаль. Блин, все равно. Так, фонарик выкинуть, наверное. Его же нельзя как-то там пришпандорить к винтовке. Хотя, может, скотчем каким-нибудь. Так, винтовка есть, хорошо. Так, я надеюсь, я в ту сторону пошел-то хоть, господи боже мой. Здорово.
Волки, зомбаки, кого только нет. Женек бегает. Ладно, хер с ним. Здорово. Не, спасибо. Чё говоришь? У меня есть. Чё ты мне рисуешься тут? Действительно. Вроде того. Пушку бьют, убрал. Дай чё ему, ты? Брат. Куда ты бежишь? Устроим, устроим. Ублюдок. Мать твою. Чё ты петушился-то? Я с тобой нормально разговаривал. Это с пушкой сам. Рядовой петушек. Я такой... Дурачок. Теперь я не похож на хорватского гопника. Чё-то, короче, получил парень стрелу в лоб. Колено. И расстроился. Я чё так страшно выгляжу? Я хотел человеку помощь предложить, там вместе до Кренбери добраться. Это не американские серваки, тут так не бывает. Да, тут... Вот он, чуваки у меня в воздухе летают. Чувак, думаешь, говорит, у меня пушки нет. Если у чувака есть пушка и патроны. О, здорово. Ты же не будешь делать ничего глупого, да? Здорово, здорово. Хрен его знает. Че у него на уме? Дай ему топором по щам, потом спрашивай. Потом задавай вопрос. Чувак, по-моему, больше меня удивился. Че такой? Слушай, мне сетчел надо сделать. Блин, я сначала отбегу, что-то тут какой-то пипец вообще. Вон еще какое-то бегает тело. Да их тут пипец, народу, кстати. Кстати, это, по-моему, то тело, которое я рубанул. Видел. А где кто? Я возле церкви. Я сколько тут по дороге? Я пока еще не знаю, в каком месте Кренбери. Ага. Брат, скажи, в какую сторону Кренбери находится? Подсоби. На юге, на юге. Чё, вот правильно, слышишь? А ты покажи рукой. Нажми F1 в сторону. Такой, туда? Ладно, спасибо. Точно. У меня проблема такая, у меня есть пустые бутылки, а там колодец. Ты не знаешь, как набрать воду? А я не знаю, ты с колодца, по-моему, не можешь набирать. Лужи всякие, с них можешь. Вот это я точно знаю. Колодце можно пить. В колодце можно пить, говорят просто. Хорошо, он аккуратно. Ладно, ладно, пусть бежит, давай, удачи. Вот. Наверное, мои очки людей подкупают просто. Какие? Или твоя винтовка, которую ты держишь. Да я винтовку убрал из рук, она провоцирует людей кричать на меня матом. Слушай, у меня X минус 775, X 816, минус 816, а Z минус... Z... Я пришел, Артур. Угу. Короче, тут увидишь просто вышку такую, она в центре города находится. Я... Хорошо. Правда, не знаю, опасно это или безопасно. Короче... А какие патроны требуются для твоей этой... Я не помню, как они тут называются. Они, по-моему, нестандартно как-то. Для чего? Для снайперки? Для АР просто. Ну, а, для АР. Для снайперки 308, наверное. Да, это точно. А насчет АР ни разу не встречал. Я здесь, короче, высотку рядом с этой вышкой зашел. Буду пока искать себе. Тут постоянно патроны находятся. Блин, от третьего лица удобно, но в помещениях вообще адище какое-то. Так. Здорово, друг, это дом занят, не заходи. Координаты -1172 и 67 750. Это сейчас посмотрим. Где-нибудь в лесу присесть. В туалет? Ну, пописать пока.
пока. Правильно. Хорошо быть кисею. Что в себе-то держать? Хорошо быть кисею, хорошо собака. Да, где хочу. Где хочу. Покакаю, согласен. Так, 1100. Минус 1100. Слушайте, а как вообще, чтобы не слышно передвигаться? Ты же, по-моему, даже когда вот на корячках ходишь, и то слышно, как ты ходишь, там, я не знаю, метров на 10-20. Отсутствует функция. Можешь правой кнопкой взять лук и идти. И то будет слышно тоже. Но как будто зомби. Ага, во, понял. Окей, полезно, спасибо. Угу. Вижу вышку, метрах, наверное, 15 от нее. Подходите, пожалуйста. А тут несколько вышек. Или вышка, которая такая с этими. Вот это ты, я тебя вижу. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Ты даже похож на себя. Я даже немножко это. Взгрустнул. Че такое? Я тоже хочу в Кранбери. Раз, два, три. Подожди. О, боже, блядь. Это как. Извините меня за. Это какая словечка. Это как, знаешь, вот кошка жопу, когда вытирает. Очень похоже. Кошка так же. Отойди от него. Кошка вытирает жопу? Прикинь. Что вообще? У нее же нет дыхания, она же глупенькая. Ну ничего. Так, ну что, давай это. Очень похоже. Поищем тебе пушку какую-нибудь, что ли? Да, есть у меня. Есть у тебя пушка? Какая у тебя пушка? Снайперка. Снайперка, а патроны есть? 2 штуки. Ну вот видишь, ты вообще у нас просто неплохо. Согласен. Так, ну тогда осталось понять, так, как нам сейчас попасть в Pleasant Valley. Подожди, я покушаю. Вот у нас серии как-то получается. Я с Шусом сначала, потом ты с Шусом, потом я с тобой. То есть получается по-любому кто-то один бегает. Кто-то отвлеченный, отвлеченный. Да. Как-то все это неправильно. И так быть не должно. Хватит это терпеть. Вот, Тёма, вот тут вот, короче, ложишься и смотришь. Нет ли ружья? Оно тут бывает приклеено. Ага, ебал. Так, к нам зомби зашел. Вот баночку мне бы со жратвой какой-нибудь. Было бы очень кстати. Да? А я ее себе забрал. 34 у меня энергии. Сейчас, сек. Да, он упал так, с первой стрелы. Я ее на землю положил. Он просто этого еще не понял. Прям. Ты так сидишь у матов. Спасибо. Так, у меня есть, кстати, если что, 2 кроличьи мяса, 2, но они сырые. Ну это норма, что там покушаешь, норм все. Так, ну ты, Макс, пошел к нам, да, примерно? Потихонечку. Угу. Блин, компас бы. Компас. Что-то там разделал труп. Да, пару клоссов. О, утречка наступает опять. Вон, ну, пожрать, вот, если хочешь. Вон, вот баночка стоит. А, ну вот, это я себе возьму эту баночку. Давай, забирай. Так, не а мне стесняйся. Надо какой-нибудь рюкзак. Это будет хорошо. А, подожди, а он когда лежит, он не может ползать, да? Может. Просто ты тут не можешь, потому что места тебе не хватает. Угу, окей. О, бита. Бита. Тебе надо? Нет, у меня вообще на быстрых слотах не стоит оружие. У меня, кстати, одно из самых главных сокровищ этой игры сейчас есть. Что? Ты сам? Я-то, конечно, сокровище. Есть этот. Понятно. Что? Еще секунду. Соберись с мыслями. Я. Ага. Зажигалка. Зажигалка, да, это вещь. Блин, смотри, сколько мяса гнило. Раз, два, три, четыре. Берете, короче. Деревянную палку, деревянный планк, металлический осколок, и вот вам зажигалка. Тоже не сокровище. У меня такая тоже, в принципе, есть. Ну, получается, metal. Вот это вот. Broken metal item. А, я испортил момент. Но у меня его нет, я посмотрел, я обманул. Так что все нормально. Интересно. Сокровище! Так, подожди. Так, и вот так. Discover, пожалуйста. Спасибо. Слушай, у меня по патронам прет. У меня 14 патронов на пистолет. Хочу, чтобы ночь сделали темной. Сейчас пока в этих фонариках смысла вообще нет никакого. Не выдумывай. Чтобы как в Days было. Вот это будет круто. Не выдумывай. Но ночью нихера не будет видно. И так ничего не видно. Не-не-не. Я не согласен. Яркость поубавь. Ты там где вообще?
Да я тут сзади тебя. Пялился на карту. О, волки. Воу-воу, откуда ты взялся, волк? Просто с места. Блин. Дай ему под зад. Слушай, я пить хочу, у меня, оказывается, гидрация 6%, я не смотрю. А у меня... Порубишь его? Естественно, на мелкие кусочки. Во, во, дробовик нашел. О, ништяк, забирай. Красава. Я нашел мясо, ну, точнее, он именно лежит так, как я говорил, короче. Дай посмотреть. Прилепленный? Ага, вижу, вижу. Угу. Не, ну если знать, то, в принципе, можно и не ложиться, его сразу видно. Ну, вот так вот, ну, конечно, да. Так, все, у меня компас есть, иду на юг. Окей. Давай, давай. Так, я пойду ящики полу. Дробовик тоже себя печально чувствует, на самом-то деле. О, у меня патрон на дробовике есть, оказывается. Секси. Я вообще, короче, просто херею. Ты просто теперь машина убийств. Да, да, это сколько? 5. О, я говорю, машина. Двое стоит, ну, один пострадает 100%. Тёма, можешь тебе пистолет дать с 14 патронами? То есть со снайперкой-то, я не знаю там. Ну да, я с топором, в принципе, неплохо справлялся с двумя. Я батарею нашел на машину, у тебя место есть? У меня есть батарея. А, у тебя батарея с собой есть? Да, да, да. Тёма, мы не в Диабло. Два топора здесь не актуально. Как сказать? Пока что себя оправдывали. Вот тут вот я кину на пол его. Кинь его на пол. Так, и патроны сейчас найду. Тебе видно? Вот оно все тут лежит. Спасибо, спасибо. А, нет, нормально влез. Секси. Так, я тогда снайперку сейчас спрячу. Ха, куда я ее спрячу? А она только в руках помещается. Ну ладно. Блин, я пить хочу очень сильно. Очень сильно хочу пить. То есть 0%. Да что ж вы так себя запускаете, джентльмены? Так, да я не знаю, что-то забываю сегодня про это. Empty bottle, bottle. Да сейчас вам в доме каком-нибудь найду. С унитаза уже пить нельзя. Хреново. Так хотелось, да? Слушай, зачем сахар? Что с него сахара-то? Самогон можно гнать, что ли? Да тут что-то можно, кстати, такое. Барбекю можно гнать. Кофе, по-моему, можно делать. Гнать. С водой. Гнать, короче, можно, да. Короче, гнать можно по полной. Угу. Ломы-то у нас, кстати, есть. Можно и это... Базу отгрохать по-быстрому. Ну сейчас встретимся. Да в принципе тут базу, я говорю, это... Кто очень... есть? Топоры, ломы. Да-да-да. Или так. У вас нет ломов? У меня топор есть, он как лом работает тоже, по-моему. Только больше ударов надо носить, и быстрее ломается. Да у меня есть лом. Опять я ругаюсь. Как да, норм. Ты мог. Спасибо. 33. Я, кстати, придумал, как можно грабить людей. Ну? Короче, подходишь, говоришь ему лежать. Он ложится. Со стволом, естественно. Потом говоришь ему, снимай сумку. Он снимает сумку. Потом я говорю, Артём Батькович, заберите, пожалуйста, молодого человека сумку. Так. А я что делаю? А ты забираешь? Я забираю? Нет, да. Ну ты ж так заканчивай, я хрену знаю. Может там подвох. Ты забираешь. Какой-то. Потом я говорю ему, молодец, вставайте, уходите. Так, куда ты убежал-то? Я вперед искать себе... Я понял, куда вижу. Правда, она была возле здания, я ее всю собрал возле забора, не знаю, куда там побежал. Ну вот, потому что ты собрал. Ну так на. Япона мать. Да ты где вообще? Ты стой на месте. Получи. Ты с топором бегаешь, а это странно выглядит вообще. Я согласен. Так присел. Как пацанчик. Опа-опа, кто-то бежит. Человек бежит. Эй, человек, официант. Опа, хэндэхох такой, руки поднял. Давай его грохнем. Нет. Друг. Надо его Друг? Проходи своей дорогой. Да ладно, чего гукать-то. Пустой. Значит, вы же понимаете, что дальше на дороге я. Ну вот у нас. Не важно. Короче, я кушаю, пока ты там смотри, куси. Я cover your ass, потому что он мне не нравится. А, сейчас достанет что-нибудь. Да, дело такое. Не знаю, я тут рядом, ты не шмальни с перепугу. Да я с топором, так что. Я короче, очень сильно, ситуацию. Оказывается, перебежал мимо вашей деревни. То есть я бежал на юг по компасу, и получалось, я бегу, пробегаю вашу деревню, бегу. И вот так вот. Капец ты. Не, ну это нормально. Возвращайся, давай уже. Да, уже бегу. Я увлекся просто. Ну да, дело такое. Дело-то житейское, воды нет, блин, так пить хочется, это пипец. Я и водички могу тебе. Ну-ка, Тёма, остановись-ка. Хочешь выпить мой компас?
А, нет, ты бегаешь. Да-да-да. Чё, компас? Да, у меня есть компас, который можно выбить. Я хочу воду. Как вы делаете компас, я не понял. Бутылка purified воды и metal shard. У меня просто purified water вообще не лезет в этот discovery. Да ладно. Не знаю, может, я плохо смотрел. Сейчас у меня все равно нет. Ну, видишь. Опа. Машина? Машина! О! Ты слышал? Нет. Ментовская машина слышу, поехала слышу, по дороге. Слышу. Она уехала. По главной дороге, короче, поехала. Я слышал ее, слышал. И сейчас где-то... О, она дымится вся, прикинь. Ну, это значит, что ее недолго осталось. Но... Ты сам где находишься? Я в том же здании офисном. Так, я тут. Ага. У нас тут машина какая-то ездит, прикинь, по городу. Ментовская машина через город проехала, дымящаяся. Я вижу ее, вон она возвращается, по-моему. Блин, да где эта сраная зажигалка? Здрабана ей. Она едет, она, похоже, ищет какое-то... Меч. Она возвращается. А, я вижу дым. Нашел. Погасите, ребята. Так он, его хер поймаешь, он не собирается. Патроны жалко. Ходить. Так, это я. Это я. Угу. Вот тут можно в переулке встретить, он сейчас тут проедет. Ты оружие-то убери. Там двое. В смысле убери? Ну, может мы мирные. А может мы мирные? Может мы мирные. А потом такие, опа! Стоять, пацан! Что они носятся? Она возвращается, по-моему. Тихо-тихо, петляй. Я, короче, в офисное здание зашел, которое рядом, около которого ты крутишься. Окей. А когда ж мы вновь были? Ну да, я из него просто наблюдаю. Если что, замес какой-то, укрытие-то явно лучше. Согласен. Блядь, снайперка явно для такого не приспособлена. Что, они свалили, что ли? Блин, ну тачку, конечно, отжать у них было бы неплохо. Да там двое, как минимум, в машине сидит. Угу. Аккуратно надо стрелять. Наверняка. У тебя есть вода, Артур? Нет. Или что-нибудь похожее на воду? Нет. Тогда надо идти за ягодами. Потому что... I'm so fucking dead буду. 1% hydration. Пойду, короче, я в лес схожу. Давай. По ягоды, по грибы. Можно в домик зарулить, кстати. Ну, пацана было 64 ежевики. О, неплохо. Но ягоды, кстати, спавнятся довольно быстро. Ягоды прям на глазах. Да, урожай в этом году хороший. А если б еще удобрение с собой взял, вообще тогда. Так, пожалуйста, кушай ягодки. Будь умницей, спасибо. Одна ягода — это 2% восстанавливает воды. Ну, у меня один. Или попатчили как-то. И 2% хавки. Я пока не вижу. Там один, я ушел. Один чувак, по-моему. Ладно. Блин, этот дым мешает. Можно ваши корцы, господа? Так, ну мои 11.45 и 19.96. Слушай, ну вот если машина по городу ездит... Ну? Это явно неспроста, да? Ты думаешь? Ну она так кружит. И если ты в районе офисов сейчас, в районе складов, то будь осторожен, она где-то около тебя там. Окей. А вторая цифра какая? 900 у тебя была, да? 19.96. Угу. Ну, поезд получается где-то в пределах 1100-1200 и 2000. Вот так вот. Ой, мне перезайти надо. Опа. О, стрельба пошла. Кто где? Не знаю, это не я. А ты где? Я нахожусь в том же здании. На каком этаже? На третьем. Так, ну я, короче, туда же забежал. Или я на втором. Ты уж определись. Я не буду. Хорошо. Я тебя вижу, похоже, ты на втором этаже, да? Да. Я... Понятно. А ты... Я через дорогу от тебя. В здании? Угу. На третьем. Помаши мне ручкой. Выглянь в окно. Я смотрю. Я вон в голову. От пиццы налево. Не вижу. Ладно. Пойду зажигалку искать.
Тем, у тебя есть что попить? Ничего. Ну, что-то проблема какая-то. 5% это самое. Обезвоживание. Я побежал в пиццу. Я побежал в лес. Тихо, машина, машина. Серьезно, он убьет меня? Беги от него. Я бегу. От него не убежишь, убиваю его. Он уже 9 хп меня оставил. Из 100. Из 100 весело. Это он 2 раза меня ударил. Ну да, с 2 ударов кладет, а ты в него стреляешь? Если я остановлюсь, я умру. Ты не видел, это медведь флэш, он слишком быстро. Подожди, ты собрал еще? Что-то не взялась волна. А, тут приседать типа надо, чтобы собрать можно. Да блин, куда ты сел? Да не факт, я нормально. Эй! Воу, за тобой! Меня убили. Я только достал снайпер.